Летом 2015 года мы посетили Тигиревский заповедник два раза – в июле и в августе. Первым, кто побывал в Тигиреке из нашего отряда, был Никита Друзенко. Оказывается, название заповедника довольно трудное для произношения. Мы едем в Тигиревский заповедник. Тигиревский. Тигирекский. Тигиревский. Тигирекский. Ну, там написано еще раз. Мы едем в Тигиревский заповедник.